Привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Если у вас батарея перестала греть, то есть бывает такое, пол батареи теплая, пол холодная, это означает, что в батарею попал воздух и ее нужно развоздушить. Первое, это проверяем краны. Возле каждой батареи есть краны. Это подача, обратка, все они должны быть открыты. Обязательно проверяйте. Против часовой стрелки все краны откручиваем до максимума. Если ваши краны уже открыты, переходим к крану Маевского. Он может быть как справа, так и слева. Находим вот такой кран. Берем плоскую отвертку, какую-то емкость, подставляем под батарею, ну и начинаем спускать воздух. У меня все в порядке, пошла водичка. Если у вас батарея завоздушена, то будет идти воздух. Спускайте до тех пор, пока не пойдет водичка. Батарея через несколько минут станет полностью теплая. Вот так легко и просто самому развоздушить батарею. Обязательно проверьте в начале зимы все свои батареи. Спасибо большое за внимание. Всем удачи. Пока.